Вы знали, что эфирные масла сопровождают человечество уже тысячи лет? Эти ароматные экстракты растений использовались в самых разных культурах и цивилизациях, начиная с древних времен и до наших дней. В Древнем Египте лаванду, мирру и ладан использовали при бальзамировании, чтобы сохранить тела фараонов. Эти масла не только помогали в сохранении тел, но и играли важную роль в религиозных обрядах и ритуалах, символизируя чистоту и святость. Перенесемся в Древнюю Грецию, где атлеты перед Олимпийскими играми натирались маслом лавра и мирры, веря в их силу. Эти масла использовались не только для улучшения физической формы, но и для защиты от злых духов и болезней, что подчеркивало их многогранное значение. А помните о дарах волхвов, младенцу Иисусу? Ладан был одним из них, что подчеркивало его духовное и лечебное значение. Ладан использовался в религиозных церемониях и считался символом божественного присутствия, а также применялся для лечения различных заболеваний. Даже сам Гиппократ, отец медицины, превозносил эфирные масла за их пользу для здоровья, считая, что они очищают и исцеляют тело. Он использовал масла в своих медицинских практиках, веря, что они могут помочь в лечении множества болезней и улучшении общего состояния здоровья. В Древнем Риме эфирные масла были настоящим хитом. Римляне использовали их в повседневной жизни, добавляя в ванны и применяя в парфюмерии. Масла ценились за их лечебные и ароматические свойства, и их использование стало неотъемлемой частью римской культуры. Их добавляли в ванны и использовали в парфюмерии, ценя за лечебные и ароматические свойства. Римляне верили, что эфирные масла могут улучшить настроение, снять стресс и даже повысить иммунитет, что делало их незаменимыми в повседневной жизни. Во времена чумы в Европе врачи применяли масло тимьяна и розмарина для защиты от инфекций. Эти масла считались мощными антисептиками и использовались для дезинфекции помещений и защиты от болезней, что помогало врачам и населению бороться с эпидемиями. И не забудем об Авиценне, древнем арабском ученом, который первым дистиллировал розовое масло, метод, используемый и по сей день. Его работы по дистилляции и использованию эфирных масел заложили основы современной ароматерапии и медицины, и его наследие продолжает жить в наших днях. Перейдем к Первой мировой войне. Лавандовое масло было незаменимо для дезинфекции ран солдат. Врачи и медсестры использовали его для лечения ран и предотвращения инфекций, что спасло множество жизней и помогло ускорить процесс выздоровления. А в 20 веке французский химик Рене Морис Гаттефоссе заново открыл целебную силу эфирных масел, вылечив ожог лавандовым маслом. Его исследования и открытия привели к возрождению интереса к эфирным маслам и их использованию в современной медицине и косметологии. От сохранения фараонов до заживления ран на войне эфирные масла оставили свой ароматный след в истории. Их использование прошло через века и культуры. И сегодня они продолжают играть важную роль в нашей жизни, предлагая множество полезных свойств и возможностей. А какая ваша любимая история, связанная с эфирными маслами? Поделитесь своими впечатлениями и опытом, ведь каждый из нас может найти что-то особенное в этих удивительных ароматах, которые сопровождают нас на протяжении всей истории человечества.